несколько новых настроек добавилось. То есть можно отключать появление афоризмов, если нам не надо, чтобы они уведомлялись, показывались. Выбрать базы для показа. И при запуске менять картинку рабочего стола. Они предоставили там 20 картинок. И самая главная особенность, новшество, это можно формировать свою базу афоризмом. Нажимаем горячую клавишу F11. Причем она работает, горячая клавиша, даже если приложение не активно, не в фокусе. То есть это глобальная горячая клавиша. И можем добавлять афоризм. Вставляем афоризм, желательно без лишних символов, так потом можно его отправить в Twitter. Выбираем список категорий, это я уже сформировал, если вам надо новая категория, нажимаем сюда и допустим привычки. Добавить. Новая рубрика есть и автор. Чтобы не искать глазами, можем набирать первые слова, допустим, Толстой. Вот видно Толстой. Этого автора у нас нет, мы его тоже добавим. Если афоризм надо добавить в избранную, сразу галочку «Не надо, не надо». И одна кнопка «Добавить и закрыть окно», либо «Добавить и закрыть еще один». Добавляем и закрываем. Все, он свернут. То есть окно, допустим, сейчас неактивное. F11, добавляем новый афоризм. Также еще добавилось в контекстном меню список команд, главное окно, твитнуть последний афоризм, сразу из контекстного меню можно настройки и выход. В связи с добавлением нового функционала претерпело изменение базы данных, кнопка, вернее форма. Здесь мы можем выбирать для показа базу, собственная или основная. При каждом клике на афоризм он попадает в буфер обмена, можно отправить куда-нибудь, вставить, либо опять же в Twitter отправить, добавить, либо убрать из избранного. Можно вот этим вот фильтром показывать только избранный афоризм, выбирать рубрику, автора и так далее. На этом, в принципе, все.